Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как заблокировать контакт на вашем смартфоне Vivo Y11s. Для начала мы заходим в звонилку, затем переходим в контакты и выбираем тот контакт, который мы хотим заблокировать. Заходим на него. Далее справа сверху видим три точки, нажимаем на них и видим здесь заблокировать номер. Нажимаем, также можем опционально сообщить о спаме и жмем заблокировать. Как видим, этот контакт мы только что заблокировали. Также можно заблокировать путем того, что мы вот на страничке контактов нажимаем справа сверху на три точки, заходим в настройки, далее заблокированные номера и жмем добавить номер. Сюда мы вручную вписываем тот номер, который мы хотим заблокировать, и жмем кнопку «Заблокировать», и он автоматически вносится в заблокированные номера. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!